Таджикистана Мухаммаджон Холов завоевал любовь зрителей своим проникновенным голосом. Несмотря на печальную историю, которая произошла в жизни нашего героя, он идет вперед и добивается своих целей. Самое главное в жизни – это жить. И жить так, чтобы после ухода о тебе говорили только хорошее. В жизни я позиционирую себя как успешный, удачник, несмотря на то, что у меня инвалидность. Но я люблю бороться и бороться до победы, только до победы. Когда я на сцене, и зрители аплодируют, встречают овации зрителя, болельщики. В этот момент, это самые счастливые моменты для любого артиста, я считаю так. Это улыбка зрителя. Самый незабываемый момент – это когда золотую кнопку нажали, растерялся там. И это незабываемый момент. Это я уже стоял такой, думаю, что будет, что будет. Бац! И после этого потом звонок сына, когда сын позвонил. Вот эти два момента. Там, на проекте, не забуду, в жизни не забуду, никогда. Это просто подумать, 18 лет и звонок. Пап, здравствуйте, поздравляю. Два момента никогда не забуду. Central Asia's Got Talent меняет судьбы людей. Для Мухаммаджона Холова участие в шоу стало самым настоящим возрождением. На этапе прослушивания исполнитель получил золотую кнопку от судей и автоматически прошел в полуфинал. После выхода в эфир Мухаммаджона нашел сын спустя 18 лет разлуки. Амаджо, танхо гузоштан одамо. آدمای سنگدلی شهری شما زخمیم از خنجری نامردانی مندم. У него очень красивый голос, у него очень красивая подача. Каждое его исполнение доходит до сердца и до глубины души и сердца. Мухаммаджон Холов – это уже человек с большой-большой буквой, которая заслуживает глубокого, величайшего уважения. در شهر به وفایی کنجی قفص اسیرم از بس که سال گذشته هر دم دلم می‌لرزد از به کسی می‌میرم من که در شهری غریبم از محبت به نصیبم همه ای صنعت دنیا آدم ها دادن فریبم تو که از دنیا بریدم از محبت نامیدم همه ای صنعت دنیا آدم ها دادن فریبم همه ای صنعت دنیا آدم ها دادن فریبم. Я не могу сейчас передать это свои эмоции после выступления, после слов жюри, после
той овации зрителей. Я забыл о том, что я человек, который, как это называется, люди с ограниченными возможностями, да? Что я инвалид. Я вообще забыл об этом. Я буду бороться и... Сцена — это для меня, я для сцены. Я люблю своего зрителя. Спасибо за поддержку. Если честно, я так хочу расплакаться, вот заорать и плакать, вот от радости, вот честно скажу. Я голос буду беречь. Я звезда. Я звезда. Я люблю вас всех. Мой мир совсем другим стал. Я, как говорится, был простым отшельником за эти 15 лет, когда сходил только. А тут сейчас у меня уже определенная цель в жизни. Это репетировать, репетиции, репетиции. И победу. Мухаммаджон стал лидером голосования третьего полуфинала, тем самым закрепив свои позиции и став еще на шаг ближе к своей мечте. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Не все на земле остается бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. У него очень красивый голос. Он вообще очень... Он очень музыкален. Его сила голоса его вот в этой чистоте, искренности. Я говорю же, он не озлобился. Он спел так, как он чувствует. Это очень важно, оставаться самим собой на сцене. Вот это вот самое главное. И это самая светлая часть, наверное, сегодняшнего нашего шоу. Я просто как-то старался отвлекать себя, потому что у меня тоже накатывали слезы. На самом деле, как бы достойно идет по этой жизни и при всем остается таким светлым человеком. Ничто на земле не уходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды были, как молоды мы были, любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб тебя очень позитивное влияние дало мне проект Central Asia Got Talent, потому что
я уже, не теряя надежды, иду все вперед, борьба за победу. И даже, как сказали, если я не буду победителем, не оставьте искусство. Я буду дальше петь для тех, кто любит песню, музыку. Я очень благодарен Central Asia Got Talent за то, что вот эту искорку, которая во мне была, она разгорелась благодаря Азия Таланту. Если вы считаете, что Мухаммаджон Холов достоин победы, голосуйте за него в приложении Айту. Я вас всех люблю. Как говорится, искусство, оно от народа, и сам человек искусства, он тоже для народа. Я надеюсь, что вы проголосуете за меня. Я люблю вас. Новый Galaxy S22 Ultra объединяет в себе мощность линейки Note, камеру профессионального качества и производительность серии S. Galaxy S22 Ultra – первый среди сильных. Today.